Следующая песня прозвучит о пользе утренней зарядки. Она называется «Черепашья скоростная». Чудо из Италии лапшивала, лежа на диване, потеряла талию, лапшивала, ползала по берегу, плавала в Америку, а потом в Австралию, лапшивала, лапшивала, в солнечной Австралии на далеком берегу, лапшивала, эта черепаха повстречала кенгуру, лапшивала. Случайно не видали, когда мимо пробегали черепашью талию, отвечала кенгуру. Я, конечно, посмотрю и достала из кармана два пера от кокоду, лапшивала, еще пошарила и в кармане маленькую обнаружила дыру. И еще пошарила, и в кармане маленькую обнаружила дыру. Их попугай подобрал и с важным видом сказал: чтобы талию найти, дам совет вам таки быть, я в одном журнале читал. И на здоровье этот попугай достал, лапшивая лапа. Прочитал нам важно, но буквально по слогам, лапшивая лапа. На диванах и не ешьте кашемана, бегайте хотя бы по утрам, лапшува, бегайте хотя бы по утрам, лапшува, бегайте хотя бы по утрам, лапшува, лапа, чи-чи-ча.